Польского Златоустого слово огласительное во святые святоносный день преславного и спасительного Христа Бога нашего воскресения. Кто благочестив и любит Бога, насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел только после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил. Ибо хозяин, будучи щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого и последнего. Он милует и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет, и дела принимает, и намерение приветствует, и действия ценит, и желание хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все. Телец велик, пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры. Все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобою преисподней. Горько, ибо он упразднен. Горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен. Горько, ибо он подвергся разрушению. Горько, ибо он был заключен в оковы, принял тело и вдруг попал на Бога. Принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки веков. Аминь.